Всем привет! Приветствую вас на моем канале Окси Рукодельница. И сегодня мы с вами будем делать вот такого миленького маленького Санта-Клауса. Для работы нам понадобится белый бисер, красный бисер, 2 черных бисеринки, 3 розовых и 13 бежевых бисеринок. И протягиваем навстречу другим краем проволоки. И затягиваем до конца. Предварительно по центру проволоки я сделала петелечку, но это делать не обязательно. Дальше набрали 2 красных бисеринки. Проходим навстречу и затягиваем. Набираем 3 красных бисеринки. Другим краем проволоки проходим через все бисеринки и затягиваем. Набираем 4 красных бисеринки и также проходим навстречу через все бисеринки другим краем проволоки и затягиваем конец. Набираем 5 красных бисеринок и точно так же проходим другим краем проволоки через все бисеринки и затягиваем. Набираем 6 красных бисеринок и точно так же проходим проволокой и затягиваем. Набрали 7 красных бисеринок, это последний наш красный ряд, и точно так же проходим навстречу через все бисеринки и затягиваем. Дальше набираем 8 белых бисеринок и проходим точно так же навстречу через все бисеринки и затягиваем. Снова набираем 8 белых бисеринок. Проходим навстречу и также затягиваем. Шапочка наша готова. Дальше мы будем плести личико. Набираем 1 белую, 5 бежевых и 1 белую. И проходим навстречу через все наши бисеринки. Затягиваем. Дальше набираем 1 белую, 1 бежевую, 1 черную, 1 бежевую, 1 черную, 1 бежевую и 1 белую. И проходим через все бисеринки. Вот что у нас получается. Продолжаем. 1 белую, 1 розовую, 3 бежевых, 1 розовую и 1 белую. И проходим также через все наши бисеринки. Дальше набираем 1 белую, 1 бежевую, 3 белых, 1 бежевую и 1 белую. И проходим также через все бисеринки. И затягиваем. Дальше набираем 3 белых. Розовую и 3 белых.
Набираем 6 белых бисеринок. Как обычно, проходим навстречу другим краем проволоки и затягиваем. Набираем 5 белых бисеринок. И также проходим навстречу и затягиваем. Набираем 4 белых бисеринки. И последний раз мы набрали 3 бисеринки. Проходим, как обычно, навстречу. Другим краем проволоки затягиваем. Вот что у нас получилось. Выравниваем, прячем концы, обрезаем. И наш Санта-Клаус готов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Меня это очень мотивирует создавать новые видео. И до новых встреч!